26 ноября Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал принять в первом чтении изменения в Федеральный конституционный закон о Конституционном суде Российской Федерации по вопросу об уточнении оснований к рассмотрению дела в Конституционном суде Российской Федерации. Данным законопроектом Конституционному суду предоставляется право объявлять неконституционными решения Европейского суда по правам человека. Речь идет о постановлении межгосударственного органа, вынесенных по жалобам против Российской Федерации, и предоставляет Конституционному суду два варианта решения по такого рода постановлениям – возможность или невозможность их выполнения с точки зрения соответствия Конституции Российской Федерации. Авторами законопроекта выступили сенатор Андрей Клишас и представители всех думских фракций, председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Пригин, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко, а также депутат Госдумы от КПРФ Василий Лихачев. По итогам сегодняшнего заседания комитет поддержал законопроект и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении. Против принятия законопроекта выступил член комитета Дмитрий Гудков, входящий во фракцию «Справедливая Россия». Два представителя фракции ЛДПР Сергей Иванов и Игорь Лебедев воздержались при голосовании. Предлагаю голосовать. Где мы там? Голосуем. Да, против. Дмитрий Геннадьевич против. Воздержался. Ты против или воздержался? Воздержался. Два человека. То есть Игорь Владимирович Лебедев и Сергей Владимирович Иванов воздержались. Пожалуйста, я реально прошу вас, можете до окончания заседания, полностью вам доверяю, но, тем не менее, позиция фракции ЛДПР была выражена заместителем руководителя фракции ЛДПР Алексеем Николаевичем Диденко. Тогда я для стенограммы говорю, что позицию фракции ЛДПР выражает Владимир Вольфович Жириновский, а не Диденко, Иванов или еще кто-нибудь. Хорошо. Для стенограммы. Значит, таким образом вы воздержались. Совершенно верно.